Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда я третий раз приехал на Карулю и пришел в гости в келью к старцу, схимонаху Симеону, монах живет уже 40 лет на Карулю, ну и спрашивал, вот это как, вот это, он отвечал, говорит, а ты задаешь очень много вопросов. Когда я 41 год приехал сюда назад, мой старец, схимонах Михаил, сказал, Симеон, ты задаешь слишком много вопросов. Возьми ручку и запиши мое благословение на этот счет. Я взял ручку и записал. Он говорит, записал, выучи и пытайся и исполнять, что написано. Я записал, и уже вот 40 лет пытаюсь исполнять то, что написано. И говорю тебе, возьми ручку, запиши, я тебе продиктую. И выучи, и исполняю. Я так сделал, и говорю, я выучил это, и вам говорю. Афон учит лишних вопросов не задавать, и на лишние вопросы не отвечать, ибо искусительны и грехом пленительны. И тех, кто лишние вопросы задает, и тех, кто на лишние вопросы отвечает, и кто всем этим бессословием внимает и в сердце свое ко грехам своим влагает. Аминь. Расписание ближайших поездок в телеграм-канале и в описании под этим видео.